Всем привет! Сегодня я хочу просто поговорить ролик про YouTube на YouTube. У меня произошло значимое событие, которое я хочу как бы отметить в своем блоге. Я набрал первые 100 подписчиков. Это было достаточно сложно. Я думал, что это будет намного проще. Я был уверен, что я за месяц наберу 100, за следующий 300, за следующий там 500, 700. И оказалось все несколько сложнее. На данный момент у меня 122 подписчика. Для кого-то это может быть какой-то мелочью, несущественным количеством вообще подписчиков, неважным, незначимым, но для меня это очень важно. Я не в первый раз говорю, что вот этот канал для меня важен, и я как бы хочу в этом видео рассказать про себя и почему для меня это так вот важно. На протяжении всей своей осознанной жизни я всегда находился в каких-то проектах. Ну, точнее, то находился, то не находился, и от этого страдал. Одним из таких проектов был Лентач, и у меня на канале есть ролик про то, каково быть частью Лентача, какие минусы, какие плюсы, что я вообще про это думаю сейчас, но не суть. Также я был и в каких-то около политических объединениях, мы собирались, встречались, планировали какие-то действия предпринимать, законные. Но это тоже подошло к концу. Далее был период, когда я развивал свой научно-популярный паблик, сообщество, получал достаточно неплохой фидбэк, он рос, развивался. У нас был очень хороший мерч, сделанный во многом лично мной. После этого у меня был очень большой перерыв. Достаточно длительное время я мучился от того, что я не мог найти не то чтобы хобби, а то, куда я могу вкладывать себя. И этот факт накладывается на то, что я уже более 10 лет мечтал завести свой канал. Я не заводил его по очень многим причинам, но если тезисно, мне было стыдно, стрёмно перед сначала одноклассниками, потом одногруппниками, потом, ну, в принципе, перед нынешними одногруппниками. Я учусь во втором универе, второе высшее. Не стыдно, я в себе уверен. Я вот... Да, 10 лет мечтал завести свой YouTube-канал. Наверняка, если бы я начал снимать там 5 лет назад, 7 лет назад, 10 лет назад, это было бы хоть и очень сложно, но на данный момент я имел бы уже, ну, что-то. Я не буду скрывать тот факт, что я к этому каналу отношусь не как к хобби, а как еще к одной работе, которая пока еще, ну, как не окупается. Но суть-то в том, что я этим занимаюсь в удовольствие себе. Я... Рассказываю про трансформеры, я записываю такие видео, делаю обзоры всякие, там в будущем будет много реакций. В общем, контент, и мне это нравится. Но у меня вот есть мечта, чтобы это было не только лишь как бы в минус моего времени, энергии, денег. Тут аппаратура достаточно у меня дорогая, я много лет на нее копил. Но чтобы это и отдавало что-то, приносило какую-то отдачу, был фидбэк. И в принципе-то это нормальное желание. Я надеюсь, что меня никто не осудит, не скажет, типа, вот, типа, это стрёмно хотеть денег, хотеть монетизацию. Но я делаю это не из-за денег. Из-за денег можно пойти на работу. Я очень долго думал про собственную самоактуализацию, про то, как я вижу там себя через 5 лет, через 10. Ну, вот эти стандартные психологические практики. И, в общем-то, каждый раз, там, 10 лет назад, когда я смотрел, кем бы я хотел быть через 5 лет, я хотел бы снимать блоги. Там, 5 лет назад я думал о том, что я бы хотел снимать блоги. Сейчас я думаю о том, что я хочу заниматься блогом. И вот жаль, что я только сейчас, спустя 10 лет терзаний, какого-то потенциального стыда, решился и, в общем-то, не жалею. Я немало получаю хороших комментариев, и я читаю каждый комментарий. Мне там бывает пишут ВКонтакте, ну там, например, я снял хороший обзор, мне написали, и мне вот очень-очень приятно. Дело в том, что вот тем самым сбывается моя самая сокровенная мечта. Вот за всю мою осознанную жизнь я постоянно думал о том, что я хочу завести блог. Я очень рад, что эта мечта сбывается, что понемножку приходят люди, что они лайкают, пишут комментарии. Я с некоторыми из них общаюсь, бывает даже в личке могу что-то обсудить. Это очень приятно. Я в целом счастлив, что вот у меня есть проект, который... Вот такой. Капельку хочу проговорить про вот 122 подписчика. Наконец у меня за сотку, я очень долго ждал, и это сбылось. В целом, набрать первые 100 подписчиков – это самое сложное. И если вы набрали 100 подписчиков, значит, что в принципе у вас есть шанс набрать и 1000, а если вы набрали 1000, то уже вероятно, что будет там и 5, и 10. Самое главное – вот пройти этот порог вхождения в 100 подписчиков. И я очень боялся, что я не смогу его пройти. В то же время я надеялся, что я супер быстро его
как бы пролечу, но по факту у меня ушло примерно 2 месяца. И то первое время я очень сильно экспериментировал с форматами, я и это, и то снимал, и вот, может, месяц назад я наконец начал снимать обзоры, и я прям так и запланировал, что будет это одна из основных рубрик, но это не будет канал, только посвященный обзорам. Как и написано в описании к этому каналу, я буду транслировать свои интересы. Тут добавить нечего, я очень рад, что сбывается моя мечта, что люди смотрят, их мало, но я очень их ценю. Каждый комментарий я даже не по одному разу читаю, а прям я перечитываю, анализирую, каждый комментарий я обмусоливаю. Какая-то критика или что-то в этом духе тоже очень важна, я прислушиваюсь к каждому. В общем, большое спасибо.